Полиция задержала актера Алика Балдуина. Причиной задержания стало то, что Алик Балдуин ударил человека неподалеку от своего дома на Манхэттене. Американского актера Алика Балдуина задержали в пятницу, 2 ноября, в Нью-Йорке после драки с мужчиной из-за парковочного места, сообщает телекомпания NBC. Инцидент произошел днем на Манхэттене, недалеко от дома актера. Балдуин ударил человека из-за парковочного места. Подробностей о втором участнике конфликта пока нет. Алик Балдуин, американский актер и кинорежиссер, известен по таким картинам, как «Привычка жениться», «На грани», «Побег» и «Простые сложности», является обладателем премии «Золотой глобус» и «Эмми». Напомним, ранее Балдуин извинился за свое поведение с женщинами в 2016 году. Пародия Балдуина на Трампа стала хитом. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/TimiCorrespondent.net. По материалам сайта news.com.